Добрый вечер, дорогие мои юные друзья! Сегодня вы узнаете, чем же закончится история о приключениях Васи Куролесова. Усаживайтесь поудобнее у телевизионных экранов и слушайте. Милицейская машина мчалась по шоссе. По сторонам мелькали домики и дачки. Их шиферные крыши порозовели под закатным светом, мерцали в зеленых садах. Навстречу одна за другой летели машины, и на лбу у них горели закатные пятна. Но вот солнце закатилось, ветровые стекла встречных машин померкли. Милицейский газик свернул с шоссе на проселок. Болдырев сидел рядом с Васей и устало молчал. Вася тоже помалкивал. Одной рукой он придерживал на коленях банку с медом от Емельяныча, а другую гладил матроса. Матрос глядел в окно задумчиво, как пионер, возвращающийся из лагеря домой. «День кончился», — сказал Болдырев. «Так точно», — подтвердил Тараканов. «И дело наше кончилось», — добавил Болдырев. Старшина Тараканов хотел сказать «так точно», но почему-то застеснялся. Газик въехал в деревню и остановился у сельсовета. Механизаторы, которые шли в клуб на танцы, с удивлением глядели, как вылезает Вася из милицейской машины. «Смотрите!» – кричал тракторист Наливайко. «Ваську забрали!» «Спокойно!» – строго сказал Тараканов из машины. «Гуляйте, танцуйте!» «Здорово ты догадался насчет денег!» – говорил Болдырев, прощаясь с Васей. «Ты все-таки молодец! Хочешь со мной работать?» «В милиции, что ли?» – не понял Вася. Капитан подмигнул. «А какой оклад?» – спросил Вася, выгружая мед и матроса. «Оклад хороший!» – улыбаясь, ответил Болдырев. «К тому же обмундирование...» «Сапоги!» – вставил Тараканов. «Хромовые!» «Сапоги – вещь хорошая!» – задумчиво сказал Вася. Он пожал капитанскую руку, свистнул матроса и пошел к дому. Газик фыркнул за его спиной и уехал. Над деревней Сычи нависли уже сумерки. Уже во всех окнах зажглись лампочки и абажуры. А все-таки в небе еще виднелись остатки заката. День никак не хотел кончаться, а ведь и так уж длинный получился. А книжка-то какая длинная получилась! Читаешь ее, читаешь, никак не дочитаешь до конца. Пора уж кончать книжку, пора и в окно поглядеть, что там на улице делается. А вам, дорогие мои девочки и мальчики, пора посмотреть мультик и готовиться ко сну. До свидания, спокойной ночи!